Всем привет! Я иду куда глаза глядят. Такие прикольные домики тут. Запрет парковки. Ну, я парковаться не буду. Сейчас пойду туда в парк. Нашла какой-то. Видите, тут все так чинно. Благородно. Что это такое, я даже не знаю. Что это за здание? Такие тут лавочки для таких, как я. Гуляк. Просто хочу выходить какое-то время, потому что я уже привыкла ходить. И теперь не ходить уже, оно мне напрягает. Энергия-то уже выделяется каждый день нахождения. Теперь буду ходить так, просто. Ну, понятное дело, 8 часов я не буду ходить. Ну, хотя бы 2-3 часа выходить надо. Потому что нехорошо. Засижусь, тогда будет тяжело. Была на заправке, выпила кофе. Там такое движение. У них заправка, это не такая заправка, как у нас в Украине. То есть туда не приезжают только заправиться. Туда приходят как магазин. Вот праздники там всякие. Булочки, дулечки. Всякая хрень. Иду тупо по кругу. Вышла и иду куда-нибудь. Вот мне нравится, что тут так улица написана. Долженкова. Потому что как у нас, допустим, мелким шрифтом в Германии вообще не написано номеров даже на карте. А тут идешь и видишь номер дома и улица. Сегодня праздник, нет никого. Тут и так мало людей ходит. А праздник, так тем более. Поэтому можно спокойно снимать. Никто не будет нервничать. Хочу сказать, что чтобы вы там не бесились в комментариях. Я всех людей с агрессивными комментариями обзывала в коме, типа, да она там всякая, такая. Я их блокирую. Я не буду оставлять для рейтинга там. Чтобы вы понимали, если вы пишете плохие комментарии, мое видео поднимается в топ. Но я для этого не буду их оставлять. Мне обидно, когда меня обзывают. Вот такая детская площадочка. Огражденная. Летом, наверное, тут более подвижно. Хотя на первый взгляд кажется, что людей тут нету и летом. Потому что как-то тихо-тихо. Но я думаю, что люди просто дома отдыхают. Потому что Пасха все-таки. Это вам не шуточки. Это праздник. А у нас сегодня вербное воскресенье. Меня уже поздравляли. Везде тут чистенько, видите, мусорочки стоят. Не валяется мусор, как у нас может валяться. Даже около мусорок. Не валяется, потому что нету бездомных животных, которые вытягивали этот мусор, знаете, как у нас. Тут все животные домашние, либо в приютах. Что касается планов на будущее, у меня есть... Знаете как, если у меня план, у меня всегда есть план. Мистер Фикс. Если кто не знает такой мультик, молодой сильно, то посмотрите в поиске в ютубе. Мистер Фикс. Там я когда-то смотрела этот мультик «Вокруг света за 80 дней». И там Мистер Фикс, ну, оно что-то было. Если у меня план, у меня всегда есть план. Там вечно один чувак портил жизнь второму. Так у меня всегда есть план. Но я пока не расскажу. Можете не выспрашивать.
это все будет известно, когда уже я начну внедрять план в жизнь. Потому что заранее говорить особо не хочется. Не то, чтобы сильно я боялась там, что кто-то сглазит. Просто не хочется. Ой, так же классно на улице. Я не нарадуюсь, то, что муж, и я похудела. Господи, новые слова придумаю. Это как по-польски я придумаю слова. Но не до тиши мешканцев будинку. Не до тиши. Короче, я не стал машину около домов. Или парковка только для жителей дома. Интересно, что пишут на дверях. Информация ТВ днів. 3.04 от години 16.30 беда справджане пшеводи комінове вентиляційне. Провірка буде. Заклад коментарський Шимода Дуджака. Просимо о уможливленні комінаршу вийця до мешкан. Короче, просить бути вдома, щоб вони могли зайти. Вот так от. Буде перевірка. Вірніше, була вже. Или будет? А, будет. 3.04. Такие красивые домики. Мне нравится с балкончиками, такими светлыми. Я уже закрутилась за это, я уже не знаю, куда назад идти. Но я думаю, найду. Не в лесу, полно ж людей, спрошу. Шучу. Я помню, куда. Туда мне идти назад. Прям такой домик обалденный. Мне все они нравятся. Ой, такие классненькие, новенькие. Балкончик такой. Выйдешь на балкончик, и тишина. Я когда в Чернигове жила, снимала квартиру. Так мне нравилось, так хорошо мне было. Там просто такая была тишина. Я жила одна, и мне так это... Хорошо, я люблю тишину. Мне как-то больше тишина импонирует, чем шум и гам. Люблю слушать тишину. Ой, один человек пошел. Надо его не напугать камерой. А то сейчас будет бежать от меня. Второй вижу, третий. Пойду сюда, где красный знак. Тут не будет людей. Такие дома. Видите, какой ветер. Слышите, вернее. Шумит. И ветер как будто меня послушался и зашумел еще больше. Прикол. Еще хотела сказать, кто собирается ехать в Польшу и спрашивает меня, стоит ли мне ехать, а что мне делать. Ну не могу я вам дать пинка под зад, потому что вы сами должны решить. Для меня в любом случае стоило ехать. В любом случае. Потому что плюсов миллиард. Самый главный плюс. Я похудела, нашла новых знакомых, сняла кучу видео, нашла новых друзей. И вообще, я довольна. На этом это видео заканчиваю, потому что уже почти 10 минут прошло. А у меня видео снимается по 10 минут. Какое-то ограничение в камере. Может, когда-то раздуплюсь и сниму его. Поначалу вообще было по 3 минуты. Это вообще жесть. Все. Всем пока, люблю, целую.